Я люблю свою страну. У нас хорошее правительство. Но могло быть и лучше. Говоришь, как радикал, а живешь, как богач. Идеальное сочетание. На стороне радикала непорочности Иисуса. Но богач побеждает благодаря коварству дьявола. Никто не указывал ему, о чем писать. Этот договор сделает тебя самым богатым сценаристом в Голливуде. Где подписать? Во что верить? Являлись ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии? Что говорить? Односложные ответы на какие-либо вопросы дают только кретины или рабы. В какую партию вступать? Ни одна киностудия не будет работать с коммунистом. Уважающие себя американцы считают Голливуд прибежищем богатых предателей. Пока он не попал в черный список. Бадди, мне тебе нечего сказать. Мы творим невозможное. Мы пишем. Ты в своем уме? Основано на реальных событиях. Конгресс не вправе расследовать, о чем мы думаем и как творим кино. Я напишу сценарий. Хочешь поставить чужое имя? Нет, ты хочешь поставить чужое имя. Особенно, если ты не изменил взглядов. Это так? Разумеется. Черный список до сих пор существует, как и черный рынок. Все мы должны быть готовы сесть в тюрьму. Что ты сомневаешься, что ты готов потерять все только ради морали? Эта история не закончится их победой. Они не получат то, что не вправе требовать. Смотрите в ноябре. Тебе звонят. Кто это? Кирк Дуглас. Отличная история одного человека, который сражался против всего мира. Она звата. Спартак. Снимем один блокбастер и окажемся на вершине. И тогда вся эта гнилая структура рухнет. Если стоит имя другого сценариста, не верьте. Уволь Далтона Трамбо. Вряд ли мы с тобой подружимся. Никто не вправе указывать нам, как писать, играть, молиться, голосовать, творить, жить или думать. Обязательно так себя вести, будто каждое твое слово высечено в камне. Трамбо. Скажи на ушко название своего тайного фильма. Может, я его смотрела? Возможно. Брайан Крэнстон, Луис Си Кей, Эль Фаннинг, Джон Гудман, Дайан Лейн и другие. Режиссер Джон Макнамара.